пришла, понимаешь, из института и дела не знает. Разве это не грубость? Чем же она там занималась-то? Коленки в кафе показывал, диплом себе высиживала. То мы не знаем, как они там, понимаешь. Пусти! Черт, ты ее выписал. Подбирай выражение, Кравченко. Свою широкую душу не разворачивай, она не всех интересует. Ты по существу говори. А я и говорю по существу. Почему она дело не знает? Надо ж помочь, человек-то новый. Да почему я должен помогать? Новый. Не умеешь, иди доучись. Не ходи на завод. Или что, советское производство все выдержит? Экспериментальное. И мы потом каждый конец месяца ночи не спим. План гоним. Честь цеха спасаем. Но почему мы? Почему я должен, например, отвечать за чью-то глупость? Я за себя отвечаю. И свою работу выполняю. А вот другие не выполняют. А мы за них расплачиваемся. Или ничего, мол, мужички вытянут. Народ хороший, добрый. Да это совсем о другом, ты ушел от темы. Это для тебя о другом, а для меня об этом. Я не обижаюсь, что она там руками и прочее. Это все ерунда бывает под горячую руку. Но уж тогда будь прав. Вот она ушла с собрания. На меня обиделась. Во мне, значит, одном дело. А собрание собираем, так что делаем? Половину приходится по цеху вылавливать, как шпионов. Стражей он ставишь. Дверь на замок забираешь. А я так считаю. Не хотят, не надо. Гнать из комсомола. А то самодеятельность развели, понимаешь. Песни, пляски. Сколько же можно еще? Гнать из комсомола и все, у нас не проходной двор. А насчет перевоспитывать, так у нас здесь ни школа, ни милиция. Они не маленькие, сами все понимают, что к чему. Здесь работать надо, а не воспитывать. А не нравится, милости просим он. Все. За год.